К ситуации с отоплением Каменской центральной больницы, где температура в кабинетах и палатах не поднимается выше 19 градусов, подключился министр строительства и ЖКХ Иван Гилев. Решение принял губернатор Виктор Томенко. Температурный режим в больнице теперь находится на контроле Министерства здравоохранения края. Мощности муниципальной котельной, которая должна отапливать центральную больницу, не хватает. Учреждение приходится продувать тепловыми пушками и обогревателями. Министр здравоохранения Дмитрий Попов заявил, что медицинскую эвакуацию пока предпринимать не планируют. К решению проблемы подключились также муниципальные власти.